Привет-привет, рыбы! Меня зовут Макогон Людмила. С 26 июля по 29 декабря ваше настроение и самочувствие могут сильно меняться из-за ретроградного Хирона. Поверьте, он способен оказаться намного серьезнее, чем кажется. Хирон, названный в честь мудрого кентавра, который был целителем и наставником героев, будет способствовать в этот период тому, что под давлением окажутся как ваши планы, так и состояние. Конечно, для вас откроются и определенные перспективы. Давайте разбираться, что принесет нам такое событие и как обратить его себе на пользу. Напоминаю, что смотреть прогнозы лучше всего по вашим основным трем знакам зодиака, по солнечному знаку, асценденту и знаку Луны. Так вы будете видеть более четкую и ясную картину происходящего. И, конечно же, будете получать больше подсказок судьбы. Если вы до сих пор не знаете, кто вы по асценденту или Луне, обязательно оставляйте под этим видео дату, время и город своего рождения. А я вам отвечу и напишу знак асцендента и Луны в вашей натальной карте. Ретроградный Хирон сейчас находится в вашем втором доме гороскопа – денег и самоуважения. Вы учитесь определять разницу между тем, чего вы хотите, в чем вы нуждаетесь, и тем, что, как вам сказали, вы должны иметь. Вы идете внутрь себя и излечиваете свой синдром самозванца. Пришло время осознать, что вы действительно заслуживаете хороших вещей, что вам не нужен дорогой продукт, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Благодаря ретроградному Хирону с 26 июля по 29 декабря вы заново откроете для себя ценности, которые действительно повышают вашу самооценку, потому что они будут поддерживать вас как ничто другое. Вам следует в этот период проявить особое внимание в сфере финансов. Если позволить себе расслабиться и опустить руки, деньги утекут, как вода сквозь пальцы. Для вас существует универсальный рецепт проживания ретро-хирона. Не боритесь с проблемами, а изучайте и решайте их. Воздерживайтесь от самообмана. Не занимайтесь интригами и не идите на манипуляции ради корыстных целей. Чаще бывайте наедине с собой, игнорируйте внешние раздражители, посещайте психолога, психотерапевта, верните все материальные и моральные долги, выполните обещания. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Я буду рада видеть ваши комментарии и предложения по астрологическим темам для будущих видео. Мне действительно очень приятна ваша обратная связь. Не забывайте подписываться на этот канал. Впереди еще очень много интересного. На этом у меня все. Благодарю вас за лайк к этому видео и до новых встреч!